Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardless Info. В данном видео я вам расскажу, как сделать сброс пароля на устройстве Realme 12X 5G. Для этого в первую очередь надо выключить данное устройство. То есть надо зажать кнопку увеличения громкости, кнопку питания, и нажать выключить питание. После этого наше устройство будет выключено. Затем надо нажать на кнопку уменьшения громкости, кнопку питания и задержать ее. И отпустим. Как можно заметить, мы сейчас перейдем в режим recovery. Тут надо выбрать с помощью клавишу увеличения и уменьшения громкости. Язык, выберем я английский язык и нажмем на кнопку питания. И тут надо выбрать пункт формат дата. Нажмем на данный пункт и вписать пароль, который тут написан. У вас будет написано другой пароль. Нажмем формат. Идет перезагрузка. Нажмем ОК. Сейчас наше устройство перезагрузится. Как вы можете заметить, мы сделали сброс пароля. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!